Добрий вечір, друзі! Вперед Миколаїв! Вітаю вас! На початку року ми обіцяли, що будемо висвітлювати усі найяскравіші спортивні події нашого міста. Тому наш перший сюжет саме про одну з таких подій. 20 лютого у спортивному комплексі «Надія» пройшов чемпіонат Миколаївської області з кіокушинкай карате. Про усі перипетії цього турніру дивіться далі. 20 февраля 2016 года в спортивном комплексе «Надежда» состоялся традиционный турнир по кеокушин-карате среди детей, юношей, девушек, мужчин на Кубок Николаевской области. Организатором турнира выступила Федерация кеокушин-карате Николаевской области. 200 спортсменов из Николаева, Первомайска, Снегиревки, Новой Одессы, Баштанки, Березнеговатого достойно сражались на трех татами за золото в 43 категориях. Открыл турнир мэр города Александр Сенкевич, который пожелал юным спортсменам отваги и честных побед. Дорогие друзья, несмотря на загруженный график, мэр Николаева Александр Федорович Сенкевич все-таки находит время посещать спортивные мероприятия нашего города. Александр Федорович, самое начало мероприятия, наверное, что-то пожелаете ребятам, которые стартуют сегодня в этом соревновании? Ну, во-первых, я хотел сказать, что да, действительно, спорт, культура у нас всегда финансируется по остаточному принципу, но я не имею права не уделять то, что у меня есть, а именно внимание спорту. Николаевскому. Хочу сказать, что сегодня я здесь, сегодня у нас день необычный, сегодня день и памяти героев Небесной Сотни. И сегодня я здесь сказал очень важные слова, что если бы все люди, которые тогда были на Майдане и с одной и с другой стороны были, у них было в голове слово «честь», то этих событий могло быть и не быть. Сегодня я пожелал всем честного боя и пожелал, чтобы победил сильнейший. Уверен, что ребята, те, кто сегодня не победит, они продолжат свои занятия, и у них все впереди. Но сегодня чемпионат области по кеокушин-карате. Скажите, какой у вас самый любимый вид спорта? У меня самый любимый вид спорта – плавание. Я им занимался 6 лет. А вообще из таких вот боевых, ну, честно говоря, у меня нет любимого вида спорта. Затем президиум и гости наградили дипломами лучших бойцов федерации по итогам 2015 года. Также был награжден и лучший тренер Анатолий Яковенко. Пожалуй, одним из самых ярких моментов этого турнира стало силовое тамашивари – разбивание твердых предметов. Разумеется, ведь сенсей Дмитрий Николаев готовился установить новый рекорд Украины. Всего было выставлено 14 ледяных глыб, а это суммарно более 600 килограмм. При выполнении силового тамашивари сенсей разбил 10, 4 остались неприступны. На сегодняшний день мировой рекорд составляет 13 ледяных глыб, установленный японцем Адзума Такаши в 2001 году. Зрители и спортсмены поддержали Дмитрия Николаева бурными аплодисментами, ну а мы с вами верим в то, что новый рекорд для Дмитрия – это только вопрос времени. Отдельной программой турнира была проведена командная встреча сборной Николаевской области и сборной командой города Киев и города Одесса. Состоялось 5 зрелищных поединков. Победы в своих боях одержали николаевцы Никита Нечаенко, Антон Хижинский и Сергей Белей из Снегиревки, а Максим Мысь свел свой поединок в ничью. Итог встречи 8-3 в пользу наших сборников. Все спортсмены получили медали и памятные подарки, а мы пообщались с президентом Федерации кеокушин-карате в Николаевской области Дмитрием Николаевым. На протяжении последних уже 6 лет мы проводим Кубок Николаевской области, где сражаются команды Николаевской области с разных городов. Вот. На сегодняшний день сегодня впервые принимала команда Николаевской области. Одна из команд – это Новая Одесса, достаточно молодая команда, привезли 25 человек. Вот. Также принимала участие команды Николаева, Первомайская, Снегиревки, Очакова, Баштанки, Березнеговатого. То есть как бы география
растет. На сегодняшний день представителей только нашей федерации на этом турнире 200 спортсменов молодых. Вот. Также изюминкой этого турнира сегодня стало то, что мы пригласили команду города Киева и Одессы для того, чтобы сразились с нашей командой. Вот. Как видели сегодня зрители, наши ребята одержали победу. То есть это очень радует, очень приятно. Вот. Ну, ребята с Киева и Одессы очень достойно себя показали. Шли бескомпромиссные бои. Было очень интересно. Зал очень аплодировал. Разнообразные техники были хорошего класса. Потому что спортсмены выступали в командных встречах, которые являются лидерами нашей команды. Они выступают на чемпионатах Украины, занимают первые места. Чемпионы Европы, призеры Европы. То есть очень достойно. Дмитрий Анатольевич, ну, мы видим сегодня очень много зрителей. В связи с этим у меня, ну, не то чтобы вопрос, может быть, что-то вы хотели бы сказать николаевцам, Николаевской области, тем, кто еще, может, не занимается спортом, или конкретно может пригласить в свои секции и об этом побольше рассказать? Ну, я хотел бы в первую очередь обратить внимание на то, что сегодня в нашей стране непростое положение. Вот. Для того, чтобы, как бы сказать, если люди сильные, к сильному человеку, я думаю, подумают люди, стоит предъявлять ему какие-то претензии или нет. Поэтому сегодня, как никогда, мы должны быть сильными все. Поэтому призываю всех заниматься спортом. Неважно, чем вы занимаетесь, каким единоборством. Главное, что вы занимаетесь, что вы лучшие. Вообще, я считаю, что спортсмены – это как элитные люди, которые двигают и являются двигателями вообще жизни на планете. Далее начались бои непосредственно за Кубок Николаевской области в разных возрастных категориях. В результате первое место и кубок завоевала команда города Николаева, второе – сборная города Первомайска и третье место у спортсменов из Снегиревки. К турниру бойцы готовились под руководством своих тренеров – Дмитрия Николаева, Анатолия Яковенко, Юрия Галимона, Сергея Трофимова, Олега Павленко, Юрия Довбыша, Алексея Куликова, Олега Воробьева и Евгения Цихони. Глина, добрый день. Мы видим, что проделана огромная работа, много зрителей, очень на хорошем уровне соревнования проходят. Сегодня, я думаю, большой праздник спорта в Николаеве. И хотелось бы в связи с этим задать вопрос о планах федерации на будущее уже. Думаете ли вы о будущих каких-то соревнованиях? О будущем думаем всегда. Растем с бешеными темпами. Данный чемпионат является такой себе как бы фундамент, ступенька к предстоящим чемпионатам Украины, которые будут приходить для мужчин. Это будет в городе Киеве 13 марта, а для более младшего, это юниоры, девочки, мальчики, это будет проходить в Запорожье 3 апреля. Поэтому как бы это идет отборочный чемпионат для более важных, сложных чемпионатов Украины. Ну и, конечно же, сегодня было большое действие, связанное с попыткой установить рекорд. Немного там не получилось сегодня. Как вы думаете, в дальнейшем эта попытка будет реализована? И, может быть, уже знаете, на каком турнире будет следующее? Не хочу загадывать, нельзя. Но то, что попытка будет, и то, что пока мы не достигнем результата, мы на этом не остановимся. Очень радует, что спортивный комплекс «Надежда» был полностью заполнен зрителями. Федерация Киокушин карате Николаевской области искренне благодарит участников, болельщиков и гостей за поддержку и внимание проведенному мероприятию. Ще раз дякуємо організаторам та вітаємо усіх переможців. А ми з вами йдемо далі. В українському баскетболі зараз все ближче час плей-офф. Тому у матчах останньої частини чемпіонату муніципальному баскетбольному клубу «Миколаїв» потрібно демонструвати найліпші якості, аби здобути якнайкраще місце у турнірній таблиці. На минулому тижні наша команда зіграла два виїзних поєдинки. Про них і поговоримо. Игра в нападении не заладилась у Николаева с первых же минут встречи. Первые очки подопечные Сергея Кирлана смогли заработать лишь на пятой минуте поединка. А до этого гости раз за разом теряли мяч и отпустили Кривбас в отрыв 9-0. После выхода на паркет Тонченко, благодаря точным трехочковым Ануфриева и проходам Шастухи, наши выровняли ситуацию 12-12, но на большее сил явно не хватило. В результате четверть закончилась со счетом 16-14 в пользу хозяев. Когда в начале второй четверти Шастуха трехочковым вывел николаевцев вперед, у болельщиков МБК заблистала надежда. Но класс одного из лидеров чемпионата сказался даже в отсутствии заболевшего Дмитрия Глебова. Хозяева паркета достаточно успешно чередовали броски из-за дуги, в которых наиболее преуспели Ворник и Ившин, с быстрыми проходами под кольцо.
Кроме того, криворожцы регулярно наказывали наших ребят за небрежность в нападении быстрыми контратаками. В результате уже к середине третьей четверти разница в счете превысила отметку в 20 очков. А стоило Николаеву начать отыгрываться, воспользовавшись небольшой расслабленностью хозяев, как пятый фол Тонченко за 12 минут до окончания матча развеял призрачные надежды на спасение. В итоге поражение МБК со счетом 74-58. В отличие от предыдущего поединка с Кривбасом, наши мощно начали встречу и уже к пятой минуте после трехочковых Ануфриева и Чемякина повели в счете 3-10. Но уже через две минуты счет стал равным. В это время кураж поймал запорожец Авдієнко, набравший за первую четверть 12 очков. Именно он точным броском и поставил точку в стартовой 10-минутке – 21-18. Во второй четверти соперники устроили перестрелку. На результативные броски Авдієнко и Чигринова корабелы ответили серией из 10 баллов. Отличились Кожемякин, Шастуха и Лукьянов. Хозяева вроде бы выровняли игру 30-30, но ненадолго. Удачный отрезок проводят наши баскетболисты, и команды уходят на большой перерыв со счетом 35-44 в пользу команды Кирлана. Большой перерыв пошел на пользу запорожцам. Хозяева площадки за две с небольшим минуты набрали 10 очков и не дали сопернику ни разу поразить свое кольцо. После этого лидер в счете сменился еще несколько раз. Но минимальная победа по итогам трех четвертей оказалась за нами – 57-59. Последняя 10-минутка началась с точных попаданий Кожемякина и Ануфриева, увеличивших разрыв в счете до плюс 8. Тем не менее, за 3 минуты до конца матча хозяевам удалось догнать николаевцев 74-74, но на большее хозяев площадки не хватило. Сначала Чемякин дважды поразил кольцо запорожцев с линии штрафных, а затем точно пальнул из-за дуги Лукьянов 74-79 за 1,5 минуты до сирены. Спасти игру при помощи дальней артиллерии игроки Запорожья не смогли. Трешник Кондракова под занавес игры лишь несколько сократил итоговое преимущество корабелов – 77-82. Прежде всего я хочу поздравить николаевских болельщиков с этой победой. Вот, мы очень хотели выиграть, потому что принципиальная игра. Проиграли команде Запорожья дома, и хотелось очень обыграть их именно в их родных стенах. Была определенная задача сыграть максимально агрессивно в защите против лидеров, затруднить получение мяча. Но, скажем так, это не совсем получилось, но вымотали их значительно, и в концовке уже тяжело было им попадать, как бы уже рука дрогнула, именно на фоне усталости, я считаю. И вторая задача, которую мы выполнили, мы реализовали наше преимущество в росте, довели много мячей под кольцо и именно с краской забили. Плюс агрессивная игра в нападении, шли в проход. Вот это стало залогом нашей победы. Одна перемога в двох виїзних поєдинках – це непоганий результат. Ну а ми з вами, звичайно, будемо очікувати наступного матчу муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» і будемо підтримувати його. Вболівайте за миколаївський спорт. Вперед, Миколаїв!